Букингемский дворец показал ранее не опубликованную фотографию Елизаветы II и принца Филиппа с правнуками. Апреля ушел из жизни супруг королевы Великобритании Елизаветы II, принц Филипп. Похоронят герцога Эдинбургского 17 апреля. На одном из снимков он с Елизаветой II позирует в окружении семи правнуков. Фото было сделано в замке Балморал в 2018 году. Пишите в комментариях, интересна ли вам жизнь британской королевской семьи. Также не забудьте оценить это видео лайком, поделиться им с друзьями и подписаться на наш канал.